Люберцах провели рейд по выявлению автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Особое внимание уделили машинам, оставленным около остановок общественного транспорта. Вместе с сотрудниками ГИБДД и Люберецкой администрации в рейд отправилась и наша съемочная группа. Если сознательные автомобилисты оставляют машины во дворе или на платной стоянке, то другие не задумываются о соблюдении правил парковки. Такой транспорт ночует на тротуарах, пешеходных переходах и автобусных остановках. Сколько стоит одна машина всю зиму, не почистить, не объехать, еще и припаркуется не так, как положено. Да, это создает определенные трудности. Правильно. Надо или как-то ее ставить так, чтобы она не мешала. Это вот действительно дворникам как? Вот как вот прочистить? А как нам пройти? Тут она стоит, и я не могу. Здесь узко не пройду, а тут другая машина. И вот между ними попробуйте. Вот боком, а мне боком нельзя ходить. За несколько минут до эвакуации на Весенней улице автовладелец успел подбежать к своей машине. После беседы с сотрудником ДПС нарушитель понял свою ошибку и переставил автомобиль. Некоторым машинам и их владельцам повезло меньше. Отсюда будет перемещен данный автомобиль на штрафную стоянку. Владелец автомобиля заплатит штраф. Заплатить придется не только за нарушение правил стоянки, но и за работу эвакуатора, а также место на штрафстоянке. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.